Конкурсы, подарки, выступления на детской площадке возле дома номер 19 в 4-м микрорайоне Заозерного веселье. Компания «Интерсвязь» устроила для местной детворы и их родителей праздник в честь Международного дня защиты детей. Тут много интересного, получаешь много призов, и тут весело и много конкурсов. Веселый праздник собрал в одном дворе более 300 человек. Смех и музыка разносилась по всей окрестности. Детей ждали сюрпризы, сладкие подарки, шарики, памятные сувениры. У взрослых же была возможность принять участие в конкурсах и получить за победу сертификат на 3 месяца бесплатного пользования услугой кабельного телевидения от компании «Интерсвязь». Люди вышли, люди радуются, участвуют во всех мероприятиях. Дети активные, веселые, молодцы. Очень хорошее мероприятие и нужное. И пожелание мое, чтобы каждый год проводились. Проходят и регулярно. Не только многочисленные праздники двора, но и масштабные городские мероприятия, как, например, парад первоклассников. В этом году он по уже сложившейся традиции пройдет в сентябре. Дети – наше будущее. Самое важное в жизни – это забота о детях. Именно поэтому наша компания регулярно устраивает социальные мероприятия для детей, мероприятия различного уровня. Социальные мероприятия, социальная активность – это неотъемлемая часть для деятельности любой солидной компании. Проект «Курган. Город добрых улиц» – один из самых позитивных проектов компании «Интерсвязь». Позвать осликов на свой праздник можно в группе ВКонтакте «Интерсвязь Курган» или обратившись в Центр обслуживания абонентов по адресу 4-й микрорайон, 23-й дом, а также по телефону 8 800 2747.